Подписчики, приветствую вас. Только подписчики, остальные не интересуют. Ставлю вам всем лайк. Вот. Немножко о себе расскажу, короче. Меня зовут Серега. Я с Краснодарского края. Димон, привет. Дэн, привет. Я сварщик, электрогазосварщик, точнее, 5-го разряда. Почему я сказал электрогазосварщик? Смотрите внимательнее, если вам трудовой пишут просто сварщик, такой профессии нет. То есть не идет ни вредность, ничего не идет, понятно, да? Поэтому обязательно проверяйте, чтобы в трудовой запись была электрогазосварщик. У меня есть НАКС, строительные конструкции. Получил я его в городе Волгограде. Организация выучила меня на НАКС. Для того, чтобы мы просто строили серьезный объект, это стадион на чемпионат мира. И поэтому организация, ну, должны работать специалисты только, и они нас выучили на НАКС, короче. Я их благодарю за это, потому что за их счет, короче, учили. Что такое НАКС? НАКС это, самое главное, это вот разряд. Это разряд. А НАКС это допуск. Допуск до ответственных работ. Какие работы ответственные ты можешь выполнять, указано в нем. То есть строительные конструкции, или там подъемная техника, например. Или это котельное оборудование, или это нефтегазодобывающее производство. Там все указано в нем. Это допуск до ответственных работ. А это твой разряд, то есть на что ты способен. Ну, этот НАКС тоже, конечно, как бы... Но зарплату платят не по НАКСу. Зарплату платят по разряду. А НАКС это как бы вот допуск. Ну, и, соответственно, и зарплата будет больше немножко. Потому что, как вам сказать, ну, есть вот электрики, у них допуск есть до 1000 вольт, а есть до 10 тысяч вольт, да? Они уже вот, квалификация разная немножко. И вот поэтому и зарплата будет разная. Также у сварщиков. То есть, хорошо, легче устроиться с ним на работу, короче. Ну, так скажем. То есть, лучше, чтобы он был. Выдается он на 2 года. Он уже просроченный у меня. Но все равно на работу принимают и как бы закрывают глаза на все. Опыт-то не пропьешь. Не забудешь его. Поэтому вот так вот. Так, сказал, да, что Серега с Краснодарского края, забыл сказать, если есть на свете рай, это Краснодарский край. Так, ну, продолжим испытывать сварочный аппарат спец. Он уже, в принципе, себя показал с хорошей стороны. Я уже обварил все закладные ним. Он еще работает, как ни странно. Поэтому сегодня продолжаем. Варим ним. Ставим столбы под уровень и обвариваем их. Ну и кинем балки сверху. Сегодня такая задача будет. Пока он справляется, посмотрим. Пока все хорошо. Итак, поехали. Поехали ставить столбы под уровень. Приготовил инструмент для работы.
Сегодня нам понадобится болгарка, рулетка, уровень. Конечно же, наш сварочный аппарат спец. Повторюсь, да, в чем... ё-моё, смотрите, какой прикол. Буквы начали стираться. Эх, блин, не успел поработать, уже буквы стираются. Ну, ничего страшного. Подкрасим. Вот. В чем заключает так сварочная маска спец? Расскажу за эту маску. Да, советую, то есть, ну, совет такой небольшой. Покупаете маску, берите с синим стеклом. Вот это, чтобы синее было, а не фиолетовое. Не знаю, мне кажется, что с синим более надежно защищает глаза, чем с фиолетовым. У меня была маска с фиолетовым. Она вот на доли-доли секунды там не успевала вот затемняться. Доли-доли секунды, вот если присмотреться внимательно. А вот с синим, который я брал уже, это уже третья маска с синим. Вот они успевают все затемняться. Не знаю, может это случай. А может и нет. Так, электроды у нас 3 мм МР3, которые я сушил в печке. Термопинали. В чем заключается испытание, повторюсь, в том, что у нас кабеля 9 метров. На сварочный аппарат повышенное напряжение 260 в сети, а он работает до 230. Что у нас еще? Ну и нагрузка, конечно. Все-таки строим здание с профильной трубы. Много очень работы для него, для такого аппаратика. Если справиться, то значит можно покупать смело для дома, для домашних каких-то работ и работать. И не надо там дорогих аппаратов, хватит и такого. Так, самое интересное, вот оно. И как вы думаете, что это такое? И для чего оно нужно? Честно, я не знаю, что это за материал такой. Но знаете, для чего это нужно? Это чтобы чертить. Чертить по железу. То есть на любой железной поверхности рисует и очень классно. Как мел, типа того, только для железа. И еще в чем у него преимущество, это то, что он даже не смывается водой. То есть, если дождь пойдет, или еще что-то, все равно надписи остаются. Понятно, да? Вот такие вот так карандашики у меня завалялись. Не знаю его состав, в интернете посмотрите, что за фигня такая. Ним пишут на трубах. Специальные мелки для труб, короче. Узнайте, из чего они состоят. Итак, поехали. Поехали работать. Ставить трубы для моей мастерской. Вот они, длиннючие кабеля. Видно, да? Амперы не теряет, представляете? Вот я тройкой варю на вот по крутилке. Вот, амперы не теряет. Это хорошо. Так, один столб уже поставил по уровню. Вот так вот его обварил. Второй рассказываю, как ставить. Вот здесь присядь. Ставить, ну, нитку натянули, само собой, да, по нитке так ставить.
Вот, сначала прикладываете на эту сторону уровень. Уровень поймали, прихватку с вот этой вот стороны, вот здесь вот поставим. Затем прихватку с этой стороны. Еще раз уровень поймали, прихватку с этой стороны. Все. А потом вот сюда ставите уровень. Вот. И качаете его туда-сюда. Он у вас на двух прихватках, с этой стороны и с этой две прихватки. Он будет ходить туда-сюда. Вот так будет ходить. И вы его ставите по уровню вот так, уже прихваточку ставите, и все, у вас столб стоит по уровню. Если чуть-чуть где-то не по уровню, то начинаете варить с той стороны, где куда нужно стянуть. То есть, вот, например, столб вот здесь стоит, и он чуть-чуть наклонен в ту сторону, да? То начинаете варить с этой стороны, чтобы его немного стянуло, и он так выровняется. Ясно, да? Так, ну ладно, работаем дальше. Ну, работа идет. Вот такие вот швы. Вот так я привариваю столбы. Вот. Уже как бы стоит. Вот так вот. Балки, все по уровню, аппарат, короче, справляется с работой, бедняжечка там стоит, мороз, короче. Вот, видите, да, все по уровню, и так тоже. Продолжаем работать. Вы поняли, да, как ставить по уровню столбы? Ну все, в принципе. Тогда конец видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы еще продолжим тестировать наш сварочный аппарат Спец на выносливость. Ну, как видите, в принципе, еще не сгорел, а уже работы сделали немало. Значит, его можно брать для домашнего использования. Это 100%. Работает все. Длинные кабеля стоят, амперы не теряются. Замечательно все. Ну что, до встречи. Пока.